В выходные в Чебоксарах состоялось открытие центра маунтинбайка. Аналогов подобного спортсооружения в России – единицы. Несмотря на название, кроме велогонщиков, в новом комплексе смогут тренироваться борцы, гимнасты, триатлонисты. Открытие центра маунтинбайка в Чебоксарах совпало с проведением здесь же чемпионата и первенства России по велоспорту маунтинбайку. Поэтому почетных гостей, которые смогли оценить спортсооружение с профессиональной точки зрения, было достаточно. Получить высокую оценку нового комплекса именно от них почетно вдвойне. Для велоспорта такой прекрасный творец спорта, но для нас это естественно, это уверенность в будущем. То есть есть немало мальчишек и девчонок, разбросанных по разным местам, регионам. Здесь вот именно этот центр, этот комплекс, он позволяет всех собрать, все сильнейшее, что есть сегодня в Чувашской республике, а может даже и в России, мы уже сейчас рассматриваем и такой вопрос. Собирать сюда и на базе вот этого комплекса создавать резервные составы сборной команды России, конкретно по велосипедному спорту маунтинбайку. В том, что это спортсооружение появилось именно в Чувашии, немалая заслуга Ирины Калентьевой. Спортсменка до сих пор остается единственной россиянкой, обладательницей олимпийской медали по маунтинбайку. Именно на родной земле заслуженного мастера спорта и построили центр, на который возложена ответственная миссия – воспитание новых чемпионов велосипедного спорта и не только. Центр даст возможность принять нам еще больше детей, любителей спорта. Это же центр маунтинбайка, как для развития вида спорта создавали. Но здесь очень большие возможности и для других видов спорта. Это и триатлон, фристайл, самбо. Надеюсь, мы увидим, уверен, мы увидим еще здесь и волейболистов, и баскетболистов. Зал прекрасный, оценили. Поэтому возможности здесь очень большие. Общий объем финансирования центра 435,5 миллионов рублей и более половины – средства федерального бюджета. На эти деньги в спортивном комплексе удалось разместить многофункциональный спортивный зал, 4 специализированных зала и даже гостиничный корпус на 60 мест. Центр маунтинбайка оборудован 25-метровым и детским бассейнами и тренажерным залом, которые смогут посещать все любители активного и здорового образа жизни.